Сколько движений? 24. 24. Как переводится? Как его звали? Это всегда не ему было, его звали как? Пан Чанхо. Пан Чанхо, да. Ну и что? Что дальше? Рассказывай. 24 двигательных действия символизируют годы жизни в освобождении Кореи. Готовился. Хорошо. Чумби. Расслабь, расслабь руки. Не надо вот так. Просто руки расслабили и все, они сами встанут как положено. Работаем. Си-джа. Удар в корпус здесь, не в голову. Давай мы сейчас в анкету разберемся.